Тобольском драматическом театре состоялся сбор труппы в преддверии нового сезона. В августе артистов ждут гастроли по региону – Тюмень, Ноябрьск, Новый Уренгой. В сентябре Тобольская драма примет участие в фестивале «Таврида Арт» в Крыму. Своим зрителям театр готовит сразу несколько премьер. 19 августа сезон откроет спектакль «Скрипка Ротшильда» по рассказу Антона Чехова. Ставит его главный режиссер театра Денис Юдин. Он же работает над еще одним классическим материалом «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского. Премьера намечена на начало ноября. Дебютную режиссерскую работу готовит актер театра Алексей Лалаев. Демографическую драмити Сережа очень можно увидеть 15 сентября.